Еще есть крокодилище. Оранжевый крокодил. И грузовик есть. Два. Голубенький, красненький. Заяц. Доча, смотри, мама нашла зайца. Лиска, смотри, заяц. Заяц? Да, заяц. Можно зайца еще сделать. Давай посмотрим, что у тебя за сердечко получилось. Да, постучать обязательно. Ну-ка покажь. Ой, какое красивое сердечко. А зайца будем делать? Слоник. Вот здесь он, наверное, стоял, слоник, да? А вон еще этот носорожек. Не стоял. Вот, давай, поставь его туда. Тоже песочный. Да больше нету. Ну что там у нас получилось? Какая красивая башенка получилась, да? Ой, тебе. Там еще зебра будет жить в ней, да, в башенке? Ку-ку, корова твой. Зебра, ты что там делаешь? Зебра. Купаешься в песочке? А можно слоник с тобой покупается? Можно? Да. Давай вместе купаться. Закапывай его тоже, он тоже хочет купаться. А, вот еще корова там есть, да? Оказывается, еще одна корова маленькая. Вот так вот, сделай полное, Аня. Смотри, такая серенькая, красивенькая. Вышла такой серенькой, смотри. Сейчас Лиска на лошади поскачет. Давай приседай ножками. Приседай. Приседай на ней. Очень медленно он слушает прям. Еле-еле едет. Че встали-то? Вон мальчик, а девочка на такой большущей лошади, на жирафе. Вон, смотри, как мальчик делает. Да, и Лиска поехала. Девочка как хорошо ездит. Быстро. Ну, доча, поехали. Давай, давай. Еще не поняла, как управлять. Вон мальчик показывает, как поворачивать надо, да? Сейчас вон девочка быстро-быстро поскачет. Классно, классно, Лиска. Скочит. Мальчик тут на жирафе рассекает. Идем мы дальше по игропарку. И здесь такой красивенький фонтанчик с ангелочками. Лиска решила на карусельке прокатиться. Ого, как высоко поднимается. Слоник такой красивенький. Лиска на собачке. Дочь, доча, высоко. Пчелка полетела. Самолетик. Слоник, а вот собачка с Лиской. Лиска, привет! Лиса выбирает машинку, на которой покататься.
язык у нее дала. Что-то тут можно поиграть. А это что за игра? Ого, рыбки плавают. Наверное, их ловить надо. Здесь целый хоккей, что ли? А, или танки какие-то, не хоккей, наверное. Нарисованы танки. Непонятно, как в нее играть. А здесь, наверное, футбол, мячики лежат. Да, какой-то настольный футбол. А, ее так передвигает. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Смотри, мама в футбол играет. Мяч так быстро носится. Смотри, мама еще как хорошо в футбол играет. Забивает, оказывается, ничего себе. Тут быстро, видишь, дочь, надо, ты не сможешь, наверное, быстро так. Ой-ой-ой! Ой, мне теперь забили. Ай. Один раз я победила. Ты один раз победила, да? Все, что ли, закончилось? Прыгаем на батуте в сафари-парк. Жираф там такой огромный, с такими глазищами. Еще лев. Вон. И зебра. Опа-на, лиска плюхнулась. Ухо, лиска завалила жирафа, да? А сверху запрыгнешь на него? Сверху? Не? Полезла, полезла лиска на жирафа никак, да? Не получается, да? Не хочет жираф, чтобы на нем сидеть. Залезла Лиза все-таки на жирафа сверху и сидит теперь на нем. Классно, Лизка залезла.
Молодец. Ой, 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 ой. Мама забила. Доставай. Ты посильнее, посильнее бей. Теперь Лиска забила. Опа. Теперь мама. У нас с тобой ничья, что ли? Ой, теперь Лиска. Давай, лови, лови. Опа! Забила Лиска. Молодец. Давай еще раз. Опа, ничего себе, как Лиска умеет забивать. Промазала. Поигрались мы уже в детском развлекательном центре. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.